В «Сталкере» у каждой группировки есть свое уникальное местечко, или по-другому же база. Там можно укрыться от наступлений мутантов или же вражеских отрядов. Каждая база защищена по-своему. Да простят меня все группировки, но сегодня я выбрал 5 баз, которые на самом деле при любой опасности спасут много жизней. Всем привет, вы на SP Channel, и сегодня мы рассмотрим 5 самых защищенных баз в трилогии Сталкер. Если вы поставили лайк и подписались на канал, то мы начинаем. Я рассмотрел абсолютно все базы, которые есть в трилогии Сталкер, и выбрал 5 самых защищенных. И сейчас я вам их покажу. Данная база попала на 5-е место из-за того, что вокруг нее есть холмы, с которых можно спокойно обстрелять всю базу. Еще у нее есть 4 вышки по периметру, с которых можно отстреливать противника. Еще могу вам сказать про 2 плюса. Первый – это хорошо укрепленные блокпосты, а второй плюс – то, что с задней стороны главного здания все окна закрыты металлическими листами, через которые обычная пуля не пройдет. А мы идем дальше. Данную базу я разместил на 4-м месте по укрепленности. Огромный минус данной базы – это то, что у нее есть куча открытых мест. Например, внутренний двор с ямой. Но зато у свободовцев есть 2 огромных ангара. В первом находится мастерская, бар и место для отдыха. Во втором же находится глава свободы, Чехов. Но его можно спокойно ликвидировать через окно. Еще у базы есть 3 вышки по периметру и место возле антенны, откуда также можно снимать противника. Данная база разместилась на 3-м месте в данном топе. Почему? Давайте разберем все по порядку. Во-первых, база бандитов – это огромное депо, в котором стоит несколько вагонов. Во-вторых, при опасности бандиты закрывают ворота на западном въезде в депо, тем самым не давая противнику проникнуть на базу. Можно еще выделить 3 плюса. Первый – это то, что по периметру самого ангара депо сидят снайперы, которые не дадут противнику подойти ближе. Второй плюс за то, что все необходимые персонажи находятся внутри ангара. Это техник, торговец и самое главное, пахан бандитов, Йога. Да-да, звучит странно, но база чистого неба на самом деле занимает 2-е место. У чистонебовцев есть прекрасная база, на которой ведет всего лишь 1 тропа. Больше путей к этой базе в игре вы не найдете. И то, данная тропа в игре закрыта, и самостоятельно прогуляться по ней у вас не получится. Еще хочу отметить несколько плюсов у базы. Первый, чистое небо, имеет свой бар, которым заведует холод. Второй плюс, что на базе есть лидер группировки, который ни через какие щели не убьешь, если только через окно, которое находится позади него. Еще на базе есть торговец и техник и небольшой сарайчик, где бойцы могут поспать ночью. Еще один плюс состоит в том, что база окружена 2 рядами колючей проволоки, которые дают хорошую защиту, и ни один мутант не проберется к базе. А мы переходим к 1-му месту. Вы скажете: «О, наконец-то база из другой части Сталкера». Да, так и есть. Так как локация бар Сторинген нет чисто в небе из-за Припяти, поэтому мы переместились в тени Чернобыля. Данная база имеет множество плюсов. Первый – на территории своя арена, бар, 4 ангара, бункер долга и 2 торговца.
Данную локацию я полностью считаю базой, так как к ней есть всего два прохода через западный блокпост и южный. Второй плюс, что в случае чего две нейтральные группировки могут укрыться в одиночке в баре, а долговцы в бункере. Бармена и генерала Воронина никак нельзя убить, так что ни у какой группировки нету шансов это сделать. Воронин может спать спокойно, не боясь за свою жизнь. На этом данное видео подошло к концу. Огромное спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на мою группу ВКонтакте. Там будут выходить все необходимые новости по каналу. Также можешь подписаться и на канал. В данном видео было лично мое мнение по поводу защищенности баз. Мое мнение может отличаться от вашего. Еще раз спасибо за просмотр и с наступающим.